Сделать любое простое блюдо еще вкуснее поможет вам грибная подлива. Рекомендую простой рецепт приготовления грибной подливы из замороженных грибов, пригодится всем, ведь это очень ароматно и вкусно. Грибную подливу можно сделать двух видов, постной и непостной, так, если хотите, можете добавить сливки или сметану вместо томатной пасты, а вместо воды – бульон куриный. Кстати, лучше всего добавить грибной бульон, тогда и подлива будет ароматнее. Для приготовления грибной подливы из замороженных грибов неважно, какие грибы вы используете, это могут быть опята или белые грибы, например. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подписавшимся, больше вкусностей. Вот что нам понадобится. Грибы замороженные, 500 грамм. Морковка, 1 штука. Лук, 1 штука. Томатная паста или сметана, 2 столовые ложки. Вода или бульон, по вкусу. Специи, по вкусу. Количество порций, 3-4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Буду скучать без вас.